Более 900 лет назад, в 1082 году, город Кайфэн назывался Бяньлян. Тогда он был столицей династии Сун. Однажды в императорском дворце все суетились. На напряженных лицах проступала радость. У императора снова родится ребенок. А в этот момент император Шэньцзун погружался в любование живописью и каллиграфией. Портрет Ли Юя, последнего императора династии Южная Тан, заставлял Шэньцзуна горестно вздыхать. В раздумьях, вернувшись во дворец, он как раз застал плач новорожденного сына. Поэтому пошли слухи, что малыш непременно станет перевоплощением души Ли Юя. Из него обязательно выйдет выдающийся талант. Этим младенцем был Джао Цзи, будущий император династии Сун Хуэй Цзун. Местность Лунгчуань в Джэцзяне – родина драгоценных мечей. Вместе с тем, вода и почва в этой местности дали жизнь фарфору лунгчуаньского обжига. В отличие от йесского и яоджоуского обжигов, характеризующихся строгостью, лунгчуаньский фарфор по цвету напоминает нефрит и обладает тонкими оттенками, становясь вершиной в эволюции светло-синего фарфора. Вероятно, династия Южный Сун придавала большое значение развитию фарфора и тому, чтобы в безысходности найти для него новый путь подъема. В эпоху Северный Сун север Китая захватили кидане, даньяны, джурджени и другие степные народы. К эпохе правления Южный Сун традиционный шелковый путь был уже полностью изолирован, в результате чего в западных странах Евразии люди знали только, кто такие кидане, но не знали о династии Сун. И даже сегодня в русском языке слово «Китай» по произношению близко к слову «кидание». Поэтому династия Южный Сун могла полагаться лишь на море, чтобы вести торговлю. Именно тогда начался расцвет морского шелкового пути, а роль таможенных комиссариатов стала куда более важной, чем при династии Северная Сун. Даже император Гао Цзун сказал так: «От таможни польза самая большая, если только меры надлежащие приняты. Так она и с миллионами может справляться». Смысл этого высказывания в том, что если только таможенные комиссариаты будут надлежащим образом руководить, то легко смогут приносить миллионы прибыли. При династии Северный Сун император Хуэй Цзун относился к фарфоровым изделиям как к своим любовницам, а вот император Южный Сун Гао Цзун видел в них коммерческую стоимость. В те времена таможенные сборы только в Чанчжоу, Гуанчжоу и Минчжоу составляли четверть от налогового дохода всей страны. А чанчжоуский фарфор по стоимости даже приравнивался к золоту. 南宋偏安一隅，南宋他所掌握的地方就是浙江、福建、广东，还有
这个江南，就是长江以南啊这一块。那么它的整个经济发展也好，国力发展也好，是很有限的，它的税收都有一定的问题。所以南宋鼓励贸易，我们发现南宋对于海外贸易是鼓励的，虽然它还是一个农业帝国的这一种思维，可他知道这个很重要。Согласно историческим записям, только в провинции Гуандун ежегодно производили 130 миллионов фарфоровых изделий. Таможенный комиссар провинции Фуцзянь Джао Жуши в своей работе писал, что 15 стран и регионов мира закупали фарфор у династии Южный Сун. Однако есть исторические материалы, которые свидетельствуют о том, что этот показатель был гораздо выше. Японский ученый Цугио Миками по этому поводу писал следующее. Начиная с 9 века, китайский фарфор, словно вода, просочился в каждый город Месопотамии. Впоследствии в китайской литературе появилось выражение «теплый ветер пьянит странника», и в Ханчжоу ему казалось, что в Бэньчжоу. Нега, которая приходит после сытого обеда с вином, это как раз подходящее слово для описания уезда Линьань того времени. Воздух, наполненный ароматом вина, разносит звуки непрерывных песен, в тени цветов танцуют красавицы, великолепие правобережья Янцзы будто слепит людей. Одурманенный столь красочной атмосферой, некий монах из Японии отправился на запад на паломническом судне. Тогда он и подумать не мог, какой успех принесет ему противоположный берег. Горный массив Тяньхайшань в провинции Чжэцзян. Наставнику Шанхуэю очень нравится это тихое и уютное место, потому как среди громоздящихся друг на другом темно-зеленых вершин и кучных облаков растет чай Юнь-У. В это время в горном храме Вань-Нянь-Сы, который был построен в эпоху Тан как школа буддийской философии, новые последователи буддизма изучают лотосовую сутру. В буддийской секте Тяньхай это учение считается базовой догмой. Восемьсот лет назад, в эпоху династии Южный Сун, здесь жили последователи подвижничества, среди которых часто оказывались плохо владеющие китайским языком японские монахи. Эти монахи высаживались на берег в Мэнчжоу и отправлялись на гору Тяньхайшань. Среди них был монах по имени Эй Сай. В период правления династии Сун был широко распространен чань-буддизм. Тогда же считалось, что чай изгоняет утомление, поднимает дух, выводит жары и грязь. И как нельзя лучше соответствует буддийским предписаниям. Поэтому в древних буддийских храмах бытовала традиция чаепития. Ритуал чаепития был важным звеном для приверженцев школы чань. Говорили, чай и чань – одно целое. В中国的禅宗从这个百丈怀海开始建立百丈清规之后, 大多数的禅宗的寺庙都基本上沿着这个百丈清规的方式在那里进行，所以喝茶是一件很重要的一个皈依。Сегодня наставник Шанхуэй полностью освоил курс буддийской философии. Строго следуя древним заповедям, на каждом шагу и при каждом касании он проникается смыслом буддийской веры. В те далекие годы Эй Сай, стремясь усвоить учение Будды, также познавал магическую суть невероятных чайных листьев. Мы уже никак не узнаем, что он смог усвоить от этих листьев, но для него они непременно были волшебством. Чай был фантазией, состоящей из формы листа, цвета чайного завара и фарфоровой пиалы.
По сравнению с прежними изящными пиалами такого рода, чашки выглядят невероятно черными, словно лаком покрытые. Однако в прозрачной краске проступают похожие на заячью шерсть трещинки, тонкие, словно жилки. Когда в пиале заваривают чай, настой и поднимающийся вверх пар, в чашке смешивают бесконечное время и пространство, будто тысячи солнечных лучей пронзают глубокую темную ночь. Увиденное порождает чувство фантастичности и таинственности. Впоследствии факты подтвердили, что Эйсай, очевидно, проникся мистицизмом чая, поскольку тогда местный народ почти каждый день предавался своего рода сокровенному занятию – соревнованию на качество чая. А куда же тогда подевался фарфор с небесной синевой и молочно-белым цветом, который так любили в те времена императоры? Черный глазурованный фарфор династии Южный Сун на самом деле не принадлежит к типу светло-синего гладкого фарфора. Исследования показали, что они были произведены у подножья горы Уишань в уезде Дзяньян. Неожиданно, но сегодня мало кому известно о черном фарфоре. Сюй Дзяйоу некогда был работником государственной фабрики по производству фарфора в Дзяньяне. После перехода фабрики от государственного предприятия к акционерному, он сменил профессию и стал водителем грузовика. Но 20 лет спустя, неожиданно, он вновь принялся за старое занятие. Три часа утра. Сюй Дзяйоу уже сутки не смыкает глаз. В печи для обжига стоит заготовка для черного глазурованного фарфора, результат его тяжелого трехмесячного труда. Подталкивая торчащие стопки дрова внутрь гончарной печи, он все больше проявляет осторожность. Как только начнет светать, огонь в печи можно будет погасить. Фарфор обжига Сюй Дзяйоу – именно тот самый черный фарфор, существовавший в эпоху Сун. Глазурь для такого фарфора изготавливают путем смешения в нужной пропорции местной почвы и растительной золы. На первый взгляд, во всем этом процессе нет ничего необычного, но как только наступает высокотемпературный обжиг, проступает своеобразный рисунок, похожий на заячью шерсть. Император Хуэйцзун династии Сун некогда говорил, что темно-зеленые фарфоровые чаши благородны, а с рисунком заячьей шерсти еще благороднее. Знаток чая сунской эпохи Цай Сян даже откровенно заявлял, что дзяньянская черная посуда – вещь крайне нужная. Почему же? Согласно историческим записям, в эпоху Сун люди по большей части пили полуферментированный белый чай. Этот чай истирали в мелкий порошок, и чем белее был отвар при заваривании, тем лучше. Цай Сян говорил, белому чаю соответствует черная чашка. Черная фарфоровая пиала и белый чайный отвар четко контрастировали друг с другом, и качество чая становилось более очевидным. Но после династии Мин традиции чаепития в стране постепенно изменились. Церемонии уже не были столь сложными, и посуда с рисунком заячьей шерсти вышла из моды. Но Сюй Дзяйоу твердо стоит на своем. Эйсай спустя 2 года изучения буддизма в государстве Южный Сун вернулся в Японию. В своем дорожном мешке он принес 2 ценных предмета – семена чайного дерева и дзяньянскую фарфоровую посуду в черной глазури. Как только он ступил на японскую землю, тут же рассеял чайные семена, а впоследствии еще и написал первую в Японию книгу о чае «Заметки о чаепитии и поддержании жизни». За это его почтительно назвали родоначальником чая в Японии. А черные фарфоровые пиалы сунских времен и манера чаепития прижились в Японии и постепенно развились в японскую чайную церемонию ча-дао.
喷茶用的茶器非常讲究，啊，茶花、花器，哎，然后焚香、香气，哎，这些都是在宋朝的时候有广面的这个啊，所谓推广和制作。Хидетоси Нагаа – японский гончар. С тех пор, как умер его отец, он использовал для чаепития только изготовленные им самим черные фарфоровые пиалы, чтобы выражать тоску по отцу. Поэтому он несколько раз приезжал в китайский город Дзяньян изучать гончарное дело, и все материалы привозят для обжига оттуда, с помощью которых пытается изготовить настоящий черный дзяньянский фарфор. Эти оставленные отцом несколько старых фотографий помогают высвободить чувства. Каждый день он опускает руки в глину для фарфора, которая сочится между его пальцев, чтобы, наконец, сделать шаблон для утвари с резко выраженным японским стилем тен-моку. На самом деле японцы стали интересоваться черным фарфором еще со времен Эйсая, и с тех пор этот интерес не пропадал. Среди таких японцев был Сиро Като, который также во времена Южный Сун приехал в Китай изучать искусство. Его почитают как родоначальника японской керамики. В японском городе Сето каждый год проходит посвященный керамике и ее родоначальнику культурный фестиваль. На месте его проведения торжественно выступают с речами представители всех кругов общественности. По всему городу весело разгуливают туристы и мелкие торговцы. Сиро Като усердно проучился в Китае 5 лет, после чего вернулся на родину. Вслед за тем в Сето он обнаружил высококачественную глину и тут же принялся обжигать черные глазурованные изделия, откуда и пошло название обжиг Сето и его прозвище родоначальник керамики. Удивительно то, что обжиг Сето относился лишь к керамике, но не к фарфору. Неизвестно, то ли Сиро Като так и не усвоил до конца секреты обжига фарфора, или же японцы предпочли старинную простоту керамической утвари. 日本的这个茶道很讲究这个所谓的禅学，让土的结晶呢能够自然的发散出来。 В течение более 1000 лет после появления фарфора керамику за ее простоту чтили не только в Японии, но и в различных крупных цивилизациях мира. Однако искусство превращения каолина в фарфоровое изделие по-прежнему оставалось исконным наследием китайцев. Проблема, которая, похоже, никак не была связана с имитацией ремесла, заключалась в том, что как бы скорее все эти изящные изделия продать за рубеж. まあ日本では昔から中国陶磁というのは非常に貴重なものとして、まあ高価なものとして貴重な尊ばれてきたわけです。まあ今でもやはりそれは変わらずですね。まあ日本の焼き物の歴史において中国陶磁というのは常に別格の存在であったわけです。 Во времена процветания при династии Сун стремительно развивались наука и техника. Из 4 великих изобретений Китая 3 – порох, компас и техника книгопечатания с помощью наборного шрифта – появились в эпоху династии Сун. В то время была книга «Пинчжоу Кветхань», в которой недвусмысленно говорилось, находясь в море в плохую погоду, моряки определяли направление с помощью компаса. Это самая древняя в мореходной истории запись об использовании компаса, который помог китайскому фарфору попасть еще дальше на противоположные берега морей.
знаменитом древнем храме Кайганьсы в городе Чуанчжоу стоит найденный в 1974 году затонувший в древности корабль. Согласно исследованиям, он был построен в период правления династии Сун. У корабля узкий нос и широкая корма, внутри много водонепроницаемых отсеков. Очевидно, это судно было предназначено для хождения по морям. При сильном ветре и волнах на море заостренная форма позволяла снизить центр тяжести корабля и погрузить больше товара. Многоярусные водонепроницаемые отсеки были сделаны весьма практично. Даже если бы один отсек все-таки пропустил воду, то судно бы все равно не ушло под воду. Такая технология судостроения в Китае появилась на несколько сот лет раньше, чем в Европе. Крупные морские суда эпохи Сун могли перевозить одновременно 400-500 человек и груз весом до 150 тонн. Это были неоспоримо лучшие корабли в мире. Когда во времена династии Южный Сун морской путь, по которому перевозили фарфор, получил мощное развитие, европейцы оказались недовольны тем, что на протяжении долгого времени морская торговля была монополизирована арабами. Так они проложили морской путь до Южной Азии через Индийский океан. Два морских пути шли навстречу друг другу и соединились, образовав морскую трассу между Востоком и Западом. Однажды в эпоху Южный Сун судно, груженное фарфором, вот-вот должно было поднять паруса и отправиться в Юго-Восточную Азию. Люди были в предвкушении богатств и исполнения желаний. Но ситуация изменилась неожиданно. В 20 морских милях к югу от гавани Дунпин, в современной провинции Гуандун, мечты всех тех, кто был на корабле, в мгновение превратились в прах. Поднявшиеся под самое небо гигантские волны отправили корабль с грузом почти 800 тонн на борту на песчаное дно моря. Однако, когда судно всплыло и вновь увидело солнечный свет, прошло уже больше 800 лет. Это было то самое судно «Наньхай номер один», прославившееся на весь мир. Никто не знает, сколько еще несбывшихся надежд лежат на дне безбрежного океана. Но именно среди них таится бесконечное число разноцветных осколков, прокладывавших в море фарфоровый путь. В 1279 году, неподалеку от того места, где затонул корабль «Наньхай-1», канцлер династии Южный Сун, неся на спине 8-летнего императора Джао Бина, прыгнул в море, и оба погибли. Так закончилось существование династии Сун. Просматривая страницы истории династии Северный и Южный Сун, можно сказать, что они хоть и были самыми состоятельными в мире, однако же никак не могли найти решение проблемы обеспечения своей защиты. При всем при этом династия Сун просуществовала более 300 лет и по длительности существования превзошла даже процветающую династию Тан. Она настрадалась от нападений династий Ляо, Цзинь и Западные Ся и в то же время была свидетелем их падения. И даже великий хан Мунке, объединивший обширные территории Европы и Азии Монгольской империи, закончил свою жизнь у крепостной стены династии Южный Сун. Точка в истории династии Сун была поставлена только с момента основания Юаньской династии. Прежний блеск превратился в дым. Но яркие следы культуры династии Сун скрыты в истории гладкого фарфора в цветной глазури, в высеченных на ней теплых словах, в радостях людей в годы процветания и их печалях во время военной смуты. Неувидаемым же воспоминанием об этой эпохе остается именно фарфор.